орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награждены Адамян Лейла Вагоевна, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Не знаю, глубоко уважаемый, дорогой Владимир Владимирович. Сегодня я третий раз в этом зале. 48 лет работаю на поприще акушерства и гинекологии. Служу нашей медицине, науке, просвещению, знанию, образованию. Я свидетель огромного прогресса. Прогресса во всех этих сферах. Начиная с Советского Союза и до сегодняшнего дня. Этот орден принадлежит не мне, а всему огромному количеству людей, благородных, не щадящих живота своего ради своего дела. Этот орден принадлежит и вам, потому что вы всей своей жизнью, особенно в последние много лет, поставили на огромный пьедестал словом «мать», «родина», «ребенок», «семья». Честь вам и хвала. Спасибо вам огромное за поддержку науки, академии, врачей, каждого человека, за поддержку молодых ученых, за создание новых совершенно таких линий, которые действительно зарождают искру молодых людях. И еще мы вам желаем, очень вас любя и относясь к вам бережно, просто силы, удачи и побед в этой жизни. Спасибо вам огромное.